Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Две недели назад мы сварили сырок и говорили о том, что короткий срок вызревания будет сыр в медовой корочке с орехами. И вот через две недели продегустируем его, чтобы вы видели. Ну, мы все... О, стоп, резать я не буду сейчас. Или ладно, разрежу и покажу крупный план. Давайте сразу же отрежем несколько скибочек, покажу вам его структуру и потом расскажу, какой он на вкус. Отлично. Вот, посмотрите, пожалуйста, какой у нас получился сырок. Вызревал недолго, две недели. То есть, в принципе, его еще можно на две недели оставить на дополнительное вызревание, но это совершенно не обязательно. Корочка из меда, которую мы сформировали, и само тело сыра. Естественно, друзья, забыл сказать, если вы не смотрели видео с рецептом приготовления, то ссылку вы найдете в описании и в конечной заставке этого ролика. Сам сыр делается очень просто. Ну, реально, рецепт простой, особой возни с ним нету. Отличный вкус, в меру соленый. Чуть-чуть с небольшой кислинкой, но так как мы его обмазывали медом, и вот орешки придают настолько неповторимое сочетание вообще. Просто суперски. Ну вот я очень рекомендую такой сырок делать начинающим и делать людям, которые, ну, не хотят долго ждать там месяц-два месяца вызревания сыра. То есть, как видите, две недели, даже специально, обычно у меня там видео с дегустацией могут по неделе, по две, иногда по месяцу лежать отложенные. Я их не публикую, потому что просто не успеваю. Специально ровно через две недели выпустил дегустацию, чтобы никто не написал, что «та, ты его, наверное, дольше выдерживал». Вот. Чудесный, за две недели у вас получается чудесный такой полутвердый ломтевой сыр с прекрасным вкусом. Но вкусовые характеристики, мне его очень нравятся. Он, конечно, вот еще немножко запах сливочный есть, ну потому что короткий срок вызревания. То есть запах орехово-сливочный такой, но по структуре, как видите, ну, совершенно полноценный твердый сыр. Ну, супер, мне очень нравится. Поэтому, друзья, с удовольствием представляем вам вот такой вот рецепт сырочка. Видео, как его приготовить, как я уже сказал, в описании. Если есть какие-то вопросы по приготовлению, вообще связанные с любым приготовлением любых сыров, пожалуйста, в комментариях задавайте. Если вопросов нет, то просто пишите что-нибудь, пообщаемся. С удовольствием с вами пообщаюсь, дорогие друзья, дорогие подписчики. Мы с Ларисой будем снимать для вас новое интересное видео, поэтому это не будем затягивать. Всего доброго, пока!